В этот день выступят самые лучшие коллективы нашего города. Пройдет конкурс традиционный на самый ажурный блин. Выступят артисты шоу-театра «Лотос» из Краснодара. Ведущие запустят «Колесо истории», где расскажут о лучших традициях масленицы, как древних, так и современных. Мы всех приглашаем поучаствовать в народных играх и забавах, перетягивание каната, ручеек, масленичный столб. Праздновать широкую масленицу начнут уже с 24 февраля. Во всех сельских округах пройдут народные гуляния с театрализованными представлениями, конкурсами и, конечно, блинами.